Знаешь, а пойдем-ка поболтаем с коротышкой. Он в курсе всего, что на улицах творится. У него свои каналы. Ну, понимаешь, к чему я? А ведь я за свои слова отвечаю, парень. Понимаешь, о чем я? И я ему говорю, не ссы. Хочешь проучить эту суку, мы можем это устроить, понимаешь? Постой-ка, да парню сколько? Лет 12 всего. Ну да, типа того. Но выглядит-то он на все 18. Он пытался мне нож к горлу приставить. Пришлось надрать ему задницу. Можешь у его ребят спросить. Да хорош заливать. Он тебя отделал по самой не балуйся. Поэтому ты там больше и не тусуешься. Не знаю, откуда у тебя эта информация, но ты ошибаешься. От мамочки твоей у меня эта информация. Ух ты! Эй, как дела, коротышка? Дэрил, рад тебя видеть, сынок. А это должно быть... погоди, не говори. Тре! Да, я тебя помню. И мать твою помню. Хорошая была женщина. Так говорят, вы теперь неприкасаемые. Не самый плохой выбор, если не хочешь дожить до 30. Только без обид. Я так понимаю... Вы не просто поболтать зашли, да? Нет, коротышка. Нам нужно, чтобы парень заработал себе репутацию. Ну, понимаешь, к чему я? Да, конечно, Дэрил, я на твоей стороне. Если вы, парни, не будете портить нам район, не обижайте женщин, не подставляйте детишек, и я готов снабжать вас информацией. Вы станете супергероями из гетто. Я буду звать вас Блэкман и Робин. На-на. Слушай-ка, а что там с этим засранцем? М. Бенсом. Говорят, он тут руку поднял на племянницу коротышки. Да будь она моей племянницей, придурку бы не жить. Да не болтай ты. Только трепаться можешь, а делать никогда ничего не делаешь. Да я серьезно, коротышка не хочет это обсуждать, но он давно уже за этим придурком наблюдает. Этот женоненавистник, скорее всего, ошивается сейчас у домов рядом с парком. Найти его нетрудно. Чувак, этот нигер похож на... Даже не думай произносить здесь это слово. Только не в моей парикмахерской, понял? Ты знаешь, где его найти. Ладно, мы все поняли, коротышка. Этот засранец М. Бенс недалеко отсюда. Показать, где он. Вот он. Я этой сучке прямо все высказал. Она все свое твердит. Ну? Йоу, чувак, какие-то проблемы? Дерьмо неприкасаемое. Yeah.
Честно говоря, да, чувак, проблемы. Мы тут пытаемся очистить этот район от такого гнилья, как ты. Понятно? Живые мертвецы. Он дурак, наверное, конец. Блин, головорезы. Этот город будет наш. Вы дерьмо собрали. Все. Из-за всех этих драк вы, парни, наверняка проголодались. Сходите, подкрепитесь у толстого Д. Сейчас больше не хочу, но в следующий раз платишь ты. Пора возвращаться к коротышке и сообщить ему приятные вести. Блэкман и Робин надрали злодеям в задницу. Чертовски жаль, что нету с ним женщины и киски. Кисок будет сколько хочешь, болван, только ты боишься с ними даже заговорить. Спасибо, что разобрался с этой проблемой. Бог свидетель, я слишком стар для драки. Хотя врать не буду, я ведь думал на эту тему. Что ж, лиха беда начала. Однако ты отлично справился, так что слушай сюда. Владелец наших квартир думает, что он может безнаказанно мучить жильцов. За этот месяц платим ему 800, а за следующий уже на 200 больше. И мы даже сказать ему ничего не можем, иначе он нас просто выселит. Да, брат, этот болван еще та сволочь. В моем доме он творит то же самое. Слушай, брат, мне уже казалось, ты в этом кресле поселился. Да еще в этом дурацком костюме море. В матери твоей я поселился, придурок! Поэтому она мне этот костюм и купила на прошлой неделе. Когда закончишь, избавь меня от этих двух придурков. Ты же нас любишь, коротышка. Так вот, нашего богатенького засранца ты найдешь на Блэзерли Хиллз. Он возомнил, что там он в полной безопасности. Зовут его Гренвилл. Когда найдешь его, сделай так, чтобы его дом выглядел так же паршиво, как и квартиры, которые он нам сдает. Пусть узнает, каково это жить в гетто. Но самого его не трогай. Просто напугай.